Ленин, он уже надоел, он везде есть. Сегодня отмечается День Октябрьской революции. Ее вождем был Владимир Ленин, памятник которому находится за моей спиной. Недавно прошла информация о том, что его могут убрать с центральной площади. Узнаем у воронежцев, кто же должен украшать это место вместо Ильича. Исторически сложилось, что все-таки здесь Ленин должен быть. А почему? Ну, не знаю. История. У нас какие-то есть уже, которые я бы поставила. На его место, да? Например, нет, например, какого-нибудь героя Жукова. Я бы поставила Жукова. Я бы его вообще оставила. Почему? Ну, ты скульптор Томский. Это хороший советский скульптор. Стоит. Чего его трогать, да, лишний раз? Вот дергать. Да. Кто-то говорит, хорошая часть истории, кто-то говорит, плохая часть истории. Папа, мама наши говорят, замечательная часть истории, поэтому... Все-таки пусть, память. Да, пусть да, стоит. А кого бы вы поставили на его место? Никого. Пусть стоит то, что стоит. А кого бы вы поставили на его место? Я даже не знаю. Майкла Джексона. Почему? Ну, это прикольно. Ленин, он же надоел, он везде есть. Кого поставили на его место? Никого. Почему? Потому что Ленин, я пионер, я октябрёнок, пусть стоит эта история. Путина, наверное. А почему? Достоин? Достоин и долго, по-моему, уже правит. То есть он больше сделал, чем Владимир Ленин? Я не знаю, сколько лет, но Путин, да. Путин достоин. Да, достоин, да.